И с этим уже ничего не поделаешь. Это неизбежно. Ты найдешь новую работу. Честно, ты же инженер НАСА. С пустым животом. Ты помнишь двух волков? Кейс. Ты всю жизнь рассказывал мне эту историю. Теперь я расскажу. В тебе идет борьба. Сражаются два волка. Один — это отчаяние и темнота. А другой — надежда и любовь. Кто из волков победит? Ну, хватит уже. Ну, ладно, как хочешь, не отвечай. Тот, которого ты кормишь. Точно. Ешь. Идем. Давайте поразмышляем, о чем этот отрывок из фильма. Так о чем? О выборе. Творить или разрушать? Любить или ненавидеть? Быть счастливым или тонуть в собственных негативных эмоциях? Съесть сегодня вредную пищу или здоровую еду? Начать курить или пойти в спортзал? Получить здоровую старость или жить на лекарствах? Это всего лишь каждодневный выбор. Каждый человек выбирает. Каждый человек выбирает, чем наполнять себя в каждодневном дне. Ненавистью, радостью или пустотой. И каждый человек выбирает, кем он станет в этой жизни. Делай каждодневный выбор. Но теперь делай это осознанно. Понимай, что каждый твой поступок ведет тебя туда, куда ты так стремишься. К твоим мечтам и целям. К твоему завтра. С вами была Лара Шум. Подписывайся на наш канал «Внутренний мотиватор».